Время уносит в прошлое детали и события, но предметы, которые передаются из поколения в поколение, находки, обретенные музеями, по-прежнему являются проводниками к важным историческим вехам, свидетелями того, что происходило на разных континентах много лет назад. На этом сконцентрировали свое внимание работники областного краеведческого музея, предложив публике в 2021 проект «Награда в истории. История в награде». Пятое мероприятие в рамках инициативы стало поводом, чтобы показать один из необычных музейных предметов, конфискованный в свое время на таможне и переданный как особая реликвия – Болгарский орден за гражданские заслуги. Пятым мероприятием проекта «Награда в истории. История в награде» стала замечательная, уникальная государственная награда. Это орден государства Болгарии за гражданские заслуги второй степени. Награда датируется 1930-1946 годом. Награда была утверждена первым царем Болгарии Фердинандом I. Награда очень красивая, она выполнена из драгоценных металлов. Болгарский орден за гражданские заслуги второй степени предназначался для награждения государственных служащих, которые примерной службой или значительными заслугами приобрели право на благодарность Отечества. К сожалению, установить его обладателя не представляется возможным. Однако это был бесспорно человек, преданный Болгарии и ее народу. Нам очень повезло, потому что передана она была нам Брестской таможне в 2009 году при попытке незаконного ее вывоза за границу. Вот. И поскольку такая уникальная награда появилась, то грех было бы не показать ее в нашем проекте. Потому что у нас, в принципе, много, конечно же, всяких наград, но их не может быть очень много или всех европейских государств. А суть проекта – показать ордена и орденские знаки ведущих европейских государств. Проект «Награда в истории. История в награде» предполагает знакомство широкой общественности с государственными наградами. За весь 2021 год здесь были представлены ордена, медали различных европейских государств и по возможности подтверждающие документы к ним. Впереди шестое завершающее мероприятие, после чего брестчан и гостей областного центра ждут не менее интересные сюрпризы и открытия. Хотим мы завершить с одной из самых высших наград Советского Союза, это орденом Ленина, это будет мемориальный орден, мы расскажем о истории ордена и о том человеке, которому он принадлежал. Вот. А в самом конце года, помимо всех рождественских и новогодних мероприятий, мы хотим сделать такое знаковое мероприятие, это открытие выставки наших экспонатов, которая была в ходе виртуального проекта «Стемоты на свет». И вот уже на этой выставке люди смогут увидеть все эти предметы, ну, что называется, вживую. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.